матушники повинны закрывать уже раз 2 дні. Зараз глянем, як там их внутри. Полив димар на всілякий випадок. Як вони будуть надто розходитися. Тяжко, та мед. Маленький п'ятак. Пчелинага. А все остальное трутневое. Не разумею, мне сдается, что эта семья все же решила не роиться. Бо там, где были яйки, в той раз, то зараз ничего не мая. Зараз ничего не мая. Ну я перегляджу все рамки. Тогда зроблю высновы отповедные. Так само маточники, але яны не потянутые, там ничего не мае. Была дрянная погода. И я бачу яйки в маточнику. Потом пару дён погода наладилась, выровнялась. И, мусит, яны пошли заниматься тем, чем им и потребно, сбирать мед. И вот это ненавито той выпадок, когда семья передумала роиться. Ну, напевно, так такие стали умовы, что так само все залито. Унюткая рамка, все в меде. Так, чего вы начали хвалеваться, треба их немножко. Троху треба их утихомировать дымом, как яны меня не чапали. Пауль я уже я переглядел, маточников нема. Yeah.